Нам только стало что известным, дорогие братья и сестры, о том, что 17 часов хотят делать разбойнический напад на Лавру. Просто наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого ничего не будет. Но же все равно просим ваших святых молитв. Мы уже, наверное, вам надокучаем постоянными извещениями. Но мы живем сейчас в такое время, как на пороховой бочке. Но они между собой там отошли и общаются с теми, что все готово, там это. Поэтому надеюсь, что, может, ничего не выйдет, или просто обман такой лукавый, может быть, так и говорили, что кто-то что-то слышал, но все равно. Как говорят в народе, всякой басни есть доля басни. Ну, надеемся. Поэтому и просим наших воинов, защитников полиции, хай Господь их только хранит для нас и другие службы, которые есть сегодня на территории Лавры. Поэтому верим, что Божья Матерь посрамит их, из них замысел и разрушит. И всем Божьим благословением.